Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Зачастую жизнь как погода, и не знаешь, чего ожидать. Задаешься вопросами часто и пытаешься даже мечтать. И пускай все прахом уносится в непонятную темную даль, жизнь непонятной дорогой стелится, принося то смех, то печаль. Пусть ненастья ломают нещадно, и ты еле жив, чуть дыша, но сменяя солнце грозами, нежно и тихо поет душа. И о погоде на 27 мая в Архангельской области. В Котласе плюс 9, пасмурно на протяжении дня, без осадков. Ветер сильный. В Плесецке плюс 8, облачно, также сильный ветер. В Вельске пасмурно, возможен дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Ветер умеренный. И о погоде в самом Архангельске. Утром плюс 4, пасмурно, ветер слабый, без осадков. Днем воздух прогреется до 9 градусов. Также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер умеренный. Вечером температура воздуха плюс 5, на небе ясно, ветер слабый. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, 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 if I don't have you. До встречи на телеканале ПС.